Испокон веков женщина считается символом любви, расцвета, мира и материнства, а значит, будущего. Все самые главные слова – доброта, нежность, красота, справедливость, вера, надежда и любовь – женского рода. И неудивительно, что сегодня вся сильная половина человечества стоит на коленях перед самыми прекрасными, красивыми и любимыми – перед женщинами. Поздравляю всех женщин с Международным женским днем 8 марта, международным. И желаю, чтобы они всегда были красивы, молоды, счастливы. Хорошего настроения и всегда оставаться такими, какие есть, радостными и такими действительно счастливыми. И женского счастья. Здоровья и счастья. Любви, конечно, вот в семье, чтобы было все у всех хорошо. Счастья в личной жизни, чтобы исполнилось все желания, мечты. Ну и оставаться всегда красивыми, привлекательными. В преддверии праздника всем женщинам пожелать прежде всего любви, здоровья, мира, семейного благополучия. Хотя это, можно сказать, стандартные фразы, но на сегодняшний день под этими фразами кроется большой смысл. Это всего, чего не хватает женщин, нам, мужчинам. Поэтому женщинам быть любимыми и мира прежде всего. Женщинам, девушкам любви, чтобы им дарили мужчины цветы не только на день 8 марта, а и любой другой день, который есть вообще в нашем году. Любви, счастья, здоровья, ну и так как они хранители домашнего очага, хранили его надежным и качественным образом. Хотелось бы от депутатского корпуса Покровского городского совета, от фракции партии «Возрождение» поздравить всех наших женщин с праздником 8 марта, пожелать им прежде всего красоты, чтобы все мечты сбывались, чтобы рядом всегда были любящие мужчины, чтобы радовали семьи, чтобы быть самыми счастливыми женщинами на свете. Всего самого наилучшего. С праздником, дорогие наши женщины! Фойе Дворца культуры сегодня не узнать. Здесь все сразу же настраивает на атмосферу праздника – весеннего, любимого и долгожданного. Кто не мечтает хотя бы на минуточку побывать в Париже? Пожалуйста, сегодня исполняются все желания. А белый рояль, легкая музыка, шампанское и конфеты помогают еще больше расслабиться и до конца насладиться торжеством. Настроение, конечно, праздничное, день прекрасный, солнечный. Женщины все такие нарядные, вот, веселые, с радостью встречают этот праздник. И погода этому способствует. Вот. Ну, что могу сказать? Я хочу поздравить всех женщин нашего города, вот, жителей моего квартала с наступающим 8 марта. Пожелать всем крепчайшего здоровья, семейного счастья. Прекрасный праздник 8 марта, Международный женский день, отпраздновать все женщины нашей славной Украины. И хочу пожелать всем нашим сотрудникам Центра творчества и всем женщинам города Покровска здоровья, счастья, любви и радости. Зал украшен очень по-весеннему, романтично. Огромное спасибо тем людям, которые подбирали цветовую гамму. Есть украшения детскими рисунками. Очень красивые женщины, украшения этого зала, которые приглашены на мероприятие. Мероприятие отличается изысканностью в подборе музыки. Очень интересно выставлена фотосессия для женщин. Очень фотографировались активно. Ну и, конечно, шары, напитки, мужчины. Спасибо огромное. Все очень празднично. Приятно, конечно, когда в этот день женщинам уделяют внимание. И сегодняшний праздник – это полное тому подтверждение. Даже, ну, не побоюсь сказать этого слова, не совсем молодые женщины с восторгом восприняли идею фотосессии и активно фотографировались. Это еще раз доказывает то, что любви все возрасты покорны. И женщина хороша в любом возрасте, в каком бы она ни находилась. Главное – быть молодой в душе. Праздник вообще превосходный. Такие столы, женщины все довольные, радые, боже мой, это ж вообще, для нас это самый веселый праздник. Настроение хорошее, отлично, все хорошо, спасибо. Хочу поздравить всех жителей нашего города, особенно жителей своего 31-го квартала, всех мам, бабушек, тетей, сестричек с праздником 8 марта. Хочется пожелать крепкого здоровья, благополучия и немножко терпения. У нас все наладится и все будет хорошо. Настроение весеннее, все очень хорошо, мы счастливы, рады, весна все-таки. Хотим пожелать всем мира, мирного неба над головой, женского счастья, улыбок, чтобы мы все были любимыми.
любимые, желанные и счастливые. Около 700 женщин, представительниц разных предприятий и организаций, общественных организаций, женщин военных разместились в уютных креслах. Зазвучали фанфары, и представление началось. Женщина. Сколько нежности и теплоты звучит в этом слове. Она – хранительница семейного очага, верная спутница и помощница, заботливая мама и просто красавица. Сегодня первым поздравил прекрасных женщин покровский городской голова Руслан Требушкин. Дорогие, любимые наши женщины, поздравляю вас с сегодняшним праздником, днем 8 марта. Хочется вам пожелать любви, быть любимыми. Всегда любите, и чтобы всегда близкие были рядом, чтобы побыстрее заканчивалась война, и чтобы в вашей душе всегда была весна. С праздником вас, дорогие, милые, любимые! Ну и какой же праздник без наград и поздравлений? 24 лучших представительниц разных профессий и общественных организаций, женщины-военные были отмечены почетными грамотами Покровского городского совета и столько же благодарностями. Главный атрибут этого прекрасного весеннего праздника – цветы. Они так же прекрасны, как и любимые женщины. Поэтому танец цветов в исполнении образцового ансамбля народного танца «Отрадушка» стал еще одним прекрасным подарком для всех дам в зрительном зале. Ну и какая же женщина устоит перед прекрасным мужским голосом, волнующими песнями и массой тех эмоций, которые дарит могучая сила искусства? Поэтому самым лучшим подарком в этот праздничный день стали выступления известных артистов. Сначала на сцену вышел молодой украинский певец Богдан Щерба. Он уже неоднократно приезжал в Покровск, и публика хорошо знакома с его творчеством. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивых фраз. Это облака из роз. Лепестками белых роз. Наше ложе застелю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Ну а потом на сцене появился мэтр мирового искусства Владимир Гришко. Как говорится, без комментариев. По переулкам бродит ветер, солнце льется прямо сквозь. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Висят обложками журналы, на Нисатора смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы. Как единственный на свете королеве красоты. С тобою связан навеки. Ты жизнь и счастье, любовь.
самые красивые женщины это в Покровске, это все знают. Понимаете, само название Покров, свята покрова, покрывая и благословляя своим амофором. Ну, духовного здоровья, физического здоровья вам и финансового здоровья при таком мэре. Спасибо вам. С праздником, любви. Выступление артиста так понравилось зрителям, что они еще долго аплодировали певцу. Нужно отметить, что выступления этих вокалистов стали возможными благодаря поддержке Покровского городского головы Руслана Требушкина. Очень понравилось, мы в восторге. В восторге, я думаю, что не каждая женщина сможет позволить себе купить билет на такую мировую звезду, как Владимир Гришко. Мы очень счастливы. Благодарим мэра. Все очень понравилось, спасибо большое. Прекрасный концерт. Ну, понравилось выступление артиста, поздравление мэра, все впечатлило, все спасибо. Настоящий праздник получился. Все понравилось, все замечательно, все, я просто в восхищении вообще. Первый раз, мне очень все понравилось, очень хорошее поздравление. Спасибо, конечно, Требушкину, что он устроил такой праздник. Очень все замечательно. Дуже все сподобалось, дуже дякуємо за таке свято, таке виконання, такі пісні, такий настрій, фотозона, чудові витвори мистецтва, декоративна творчості. Дуже дякуємо, все дуже сподобалося. Вот так весело, энергично и торжественно прошел праздник в Покровске. И хочется надеяться, что он подарил всем присутствующим массу положительных эмоций, весеннее настроение и заряд бодрости на долгое время.